Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, а сколько вам лет? Мне, 41-го года. 41-го года. Вы ребенок войны, да? Да. Мама всегда говорила, за месяц до войны родилась, 22 мая. 21 мая. 21 мая. 41-го года. Здесь, да, родились? Да, здесь. И, а во время войны вы где были? Здесь. Здесь. И получается, и бомбили, когда вы были маленькие. Все. Получается, что когда в раннем детстве вы только родились, война началась, бомбили. И на старость лет опять пришли сюда бомбежки. Да. Получается так. Здесь я знаю, что Безыменное сильно обстреливали, да, раньше? Было, было. Сейчас тоже обстреливают, но меньше. Бухают, да. А когда бухает, там меня уже дергает все. Сегодня благодаря вам, дорогие друзья, мы проведали пожилую женщину, привезли здесь наш продуктовый набор. Здесь все самое необходимое есть, чтобы поддержать людей, живущих на линии фронта, особенно стариков. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон за ваше милосердие и доброту. Спасибо.